Итак, привет, дружище, усаживайся поудобнее, ставь свой большой княжеский лайк, не забудь долбануть по колокольчику, подписаться и вот это вот все. У меня к тебе важная просьба, очень важная просьба. Когда ты досмотришь это видео, пожалуйста, не поленись, перейди на предыдущее. Я снял обзор новой машины в GTA 5 RP. Там я еще открываю лотерейные билеты. Даже если тебе не интересна эта тема, пожалуйста, возьми, посмотри, поможешь продвижению. Буду стараться почаще видосики пилить. И я на тебя, дружище, надеюсь. Не так часто я чего-то прошу. Даже если тебе там не интересно, ну оставь, пускай там видео полностью проиграется. И лайк, главное, поставь. Ну а мы полетели. Ай, сегодня у нас какая задача? Сегодня у нас задача вообще поковырять основной аккаунт. Я даже не знаю вообще, что у нас будет именно сегодня, потому что, ну, как бы ништяки мы точно откроем. По поводу роллинга я не знаю. Возможно, мы посмотрим, что у нас там по скинам, где-то что-то докачаем. Может быть, посмотрим эти реликвии. Может быть, мы пойдем ролить созвездия на героев, которые всунуты в Динамо, потому что это тоже, по сути, важно. Вариантов куча. Посмотрим по ситуации, посмотрим по времени, да, и также жду сегодня вас вечером, ребятушки, на стриме. Давай, короче, открываем вот эту вот херобору всю. Открываем херобору. Надо еще посмотреть, что у нас сегодня по халяве. Ну, потому что надо. Потому что надо там забрать эти все бонусики. Короче, напомните мне там в комментариях. Ну, радует, что потихонечку появляются у меня какие-то ресурсы на аккаунте. К сожалению, правда, эти ресурсы на аккаунте появляются благодаря донату. Да, от этого никуда не уйти. Ну, а что поделать? Да, потому что надо бустить силу. Надо прокачивать героев. Сейчас посмотрим, что по повторкам, что по реликвиям у эпических героев, да, сколько у нас там накопилось, кстати говоря, рудиментов, потому что что-то я там качал разных героев, но потом остановился, потому что закончились рудименты. Может быть, они поднакопились? О, Фрэнки выпал. Так, давай отсюда что? Ну, здесь нам ничего не пригодится. Окей. Тут что? Сундук гильдии. О, божечки. О, божечки! Кстати, ёпту, не хочу второй раз просрать. Так, битва гильдии получить. Оба. Надо зарегистрироваться в Нарсе. Чуть опять не просрал, ёлки-палки. Так, подожди, это нам не надо. Это мы возьмем. Ну, как бы, знаешь, набираешь до хера героев. А по факту, потом большинством героев ты, грубо говоря, и не пользуешься. Так, космо-землеройка, точно. Так, огнекрыл, некроз, допустим. Можно, конечно, щедно. Да, все равно целая куча слотов. Пущай будут. Знаешь, нам не жалко, пускай даже тыква будет. Нам не жалко. Как бы, ладно, минос уж точно не нужен. Так, вот это возьмем, да? И что еще? Слушай, вроде героев становится все больше и больше. Короче, вот так вот пускай будет. Все, подготовка к бою. Окей, все есть, я зарегистрирован, я красавчик. Вот, не просру события Нарсия. Сколько еще? Один день и три часа. Допустим. Дальше, идем по ништякам, друзья. Так, тут у нас такие сундучки. Окей, дальше. Тут... Пятый уровень воодушевления. Что же ты будешь делать? Окей. Сюда заходим. Ну, красные кристаллы, ну, пригодятся. А так, по факту, смотришь, типа, ну, что это за ресурсы, нахер они мне нужны. Здесь ты радуешься книжкам, которые, грубо говоря, почти не падают. Ну, типа, 210 книг упало. Ну, тут уже хотя бы камни пламени, да, что-то уже как-то прилетает, и плюс книжечки. То есть уже как-то я себя буду чувствовать посвободнее или посвободнее, не знаю, посвободнее, наверное, правильно, да? Есть у нас там филологи? Я уже выговорить не могу. Филологи русского языка есть, надеюсь, у нас в комментариях. Ну вот, правда, там прескриптивизмом заниматься, пожалуйста, не нужно. Но, тем не менее, если что, поправляйте меня, если вдруг я что-то как-то не так говорю. Мешок с эмблемой.
первого уровня. Я не понимаю, почему они находятся у нас в игре. Ну, пускай, мне не жалко, откроем. Дальше, может, что-нибудь полезное накопится, что вряд ли, конечно. Так, здесь у нас что? Набор почтения, иди сюда. Забрали. Дальше. Тут у нас ерундистика. Ага, скины на здание. Вот здание, скины, надо было бы проверить. Хотя вот эти вот здания, наверное, ну, стандартные. Они уже давно, грубо говоря, у меня, скорее всего, на максимум прокачаны. Так, отсюда. Во! Во! 5 нужных камушков выпало. Божечки! Да неужели? Ну-ка, повторочки, лисы какой-нибудь. Да хер там лиса. Барт и, господи... Давай идем сюда. У нас еще, знаете что? У нас еще 500 пыли. Вот что у нас, друзья. Вот 500 пыли бы сейчас хотелось бы открыть. Так, тут уже беспонтовая херобора идет. Ну, здесь уж точно. Воу! Осколки снеговика и варлока. Спасибо, GG. Мне это необходимо в конце 2020 года. Как же я без этого жил? Так, вот тут у нас что-то по-любому собралось. Допустим, чекнуть того же Сека. О, да. Секач, иди сюда. Безумный ученый, иди сюда. Спарки, иди сюда. Рыцарь тьмы! Ой, давай посмотрим. Смотри. Орфей 6 осколков, Колос 9 осколков, Королева мумий, Фрости потрошитель, Сека 14. Это все понятно. Меня Динамо интересует. Динамо 133 осколка. Давай же глянем. Вряд ли я, конечно, сейчас выбью 67 осколков, но мы вот эту вот херню открываем. Это мы тоже открываем. И вот это мы открываем. А дальше. Вот тут, не знаю, зачем открыл. Смотри. 25 тысяч самов. Иди сюда. Итого у меня даже 52 тысячи самоцветов. Окей. Окей, ну и вроде бы и пароль из героев надо, а с другой стороны, друзья, и созвездие надо паролить, но может быть лучше торт дождаться, а? Как вы думаете? Так, ну и тут что у нас получается? Сколько у нас уже накопилось тут добра? 11 тысяч камней пламени только, это печально. 525, видишь, магической пыльцы и дохера повторки. По эпическим героям что у нас по повторкам? 2 секача. Ну, допустим. Кстати, у меня фанатик появился. Я его еще даже вроде не прокачал. Ну-ка, дай проверю. А надо... Блин, я уже не помню. Я уже запутался. Уже такое количество героев. Ты реально уже, ну, заплетаешься. Ты такой думаешь, блин, да у меня этот герой был. Да, он у меня был. Что там вообще париться? Ну, он у меня был. А потом смотришь, и по факту его не было. Смотри, у меня 5 героев не хватает. А вот как раз-таки фанатика не хватает. Надо, может, завтра заняться его прокачкой. Дальше. Есть. Ага. Королева мумий Орфей. Фрости и Колос. Ну да, как раз-таки 5 героев. Ну да, и Фрости, и Королевы Мумий нету. Ну что, полетели, давай. У нас есть сегодня Парящий остров? Добыча пирата есть, можно... А где моя бесплатная попытка? Я ее что, использовал? О, невероятный приз. Парящий остров. Бесплатная попытка. Камни пламени выпали. Ну давай, полетели. Очень хочу еще повторку Динамо, но она как-то, я смотрю, не особо падает. Давай, не знаю, вот так вот я себя подвину, чтобы вы видели. Ну, вы и так примерно понимаете, да, что мне прилетает. Ну, как бы я буду ближе к цели. Да, потому что Динамо хорошо, но опять же, знаешь, ты получаешь Динамо. Вот Динамо — это самое большое разочарование. Ты стремишься получить хотя бы одного Динамо, да, одну карточку Динамо. Ты ее получаешь, вроде бы радости нет предела, но эта радость быстро улетучивается по той причине, что ты как бы отчетливо понимаешь то, что, елки-палки, а тебе надо повторку, чтобы ему сделать первую эволюцию, вторую эволюцию. Пока ты ему вторую эволюцию не сделаешь, толку нету. А вроде бы ты добился своего, у тебя появились повторки, ты сделал ему эволюцию, и радость тоже долго не продолжается. Потом ты понимаешь, что, блин, без этой реликвии и так далее, у тебя как бы опять же
толку ни хера нету. Вон, 23 осколка мне осталось. И это какой-то замкнутый гребаный круг. Сука, донать. Вот можно тут этого купить, опять же, Орфея. Но какой смысл? Какой смысл? Типа, ну да, будет один герой. Вот там, если бы у меня уже что-то было. Так, тут мы еще получаем добра. Я бы не сказал бы, что тут что-то супер крутое. Надо еще книг глянуть, сколько у меня. Так, вот эту мы херь тоже открываем. Вот тут мы тоже открываем, друзья. И... О, бочки. О, пачки. О, нужные камушки. Иди сюда, к камцу мир, к камцу папа. Смотри, еще осколки, ну-ка. А, смотри-ка, ничего у нас там не собралось. Ну, копится, копится, добро. Ладно. А, значится, 11-е у него умение, судьба. А, тут у нас тупо судьбы даже не хватает, смотри. Кого-то я там ждал прокачать, мне не хватало. Лиса у меня вроде прокачана. Кого я хотел по судьбе прокачать, но мне реально грусть была. То есть у меня не получалось. Сори, не хватает гребаной судьбы у Минотавра. Ты серьезно? А, так, Феникс у нас... А, Зефирик. Смотри, Зефирика. Давай Зефирика добьем. Я думаю, что, ну, пацан заслужил, но как бы судьбы не хватило. Господи, чё за бред-то, а? Чё за бред? Анубиса. Кстати, можно Анубиса? Можно Анубиса качнуть, хотя... Обмен. Окей. Окей, ну давай долбанем. Ну, а что делать? Так, у него бустанулось умение... Короче, все камни на Анубис потрачу. Хотя, с другой стороны, а нахера я его уже на битве гильдии не использую? Сука, я так радовался этим камням. Ладно. Ладно. Окей. Понятно. Все. С этим мы разобрались. Динамо у меня, конечно же, повторок нету, да? Вот мы заходим сюда в реликвии. Улучшить не могу, нет повторок. Но у меня, к примеру, секач. Перейти... Реликвия, у меня есть повторки. Крит урона у него, крит сопротивления. Ну, пускай крит... Хотя, блядь, давай за 1000 сменим. Хурма это все. Крит удар. Во, крит удар, вот эта тема. Жизнь и крит удар еще. Вот, это прям хорошо. Улучшаем. Идем дальше. Там, наверное, уже потребуют 2 повторки. Да, 2, а у меня только 1. Слушай, ну неплохо. Дальше, спарки. Тут уже 28-й. Перед тем, посмотри, как у него все наролено. Так, и есть повторки. А, вот теперь, смотри, ясно. С тобой все понятно. Давай дальше. Что у нас? Мадам Бо. Перейти. Улучшить. А, и все, и мы упираемся, да? То есть даже, грубо говоря, толку нам от этих повторков. От этих повторок. Давай, судьба. Так, реликвия, перейти. Здесь мы можем улучшить и все. И дальше просто болтяру пососать. Жрица воды. Давай, перейти. А что у меня? А, 9 уровень. А, и тут, смотри, я думал, она у меня есть, повторка. Демон-охотник. Ну там по-любому мы сейчас упремся. Ну давай, перейти. 1 повторка даже, ясно. Потрошитель. Тут у него вообще все грустно, но у нас есть повторка. У нас появилась повторочка. И все, и снова мы уперлись. Дальше. Вождь Минотавров. Перейти. У нас же появились 32 повторки, друзья. Сколько у меня? 1900 рузиментов. Ну-ка, давай-ка. Миносик. Я думаю, что Миносик заслуживает. Уклонение. Крит сопротивление. Крит сопротивление. Это не то. Уклонение 1200, жизнь, крит сопротивление. Нет, давай на урон тебе, братух. Атака. Крит сопротивление, крит удар. Ну, слушай, ну... Не, давай еще. Крит урон. Зря. Ой, зря я там сбил. Это, судя
судя по всему, это было супер... О, жизнь, уклонение 100, крит сопротивление. Твою ж дивизию, а? Но даже жалко такое сроливать, понимаешь? Хотя ему урон надо. Ну, в принципе, ему урона и так хватает. Ну, подожди, давай. Крит сопротивление, жизнь. Ну, типа, ну, вряд ли он там будет дольше жить. Ладно, пошли дальше. Короче, там же вроде, чем лучше у тебя созвездие, сила-то дается. Так. Силу апаем, да? Видишь, давно не ковырял аккаунт, друзья. Тут как бы можно целых три видео с ковыряниями аккаунта снять. Ба-бам, все, добра не хватает. 37-я реликвия, божечки. Так, Фрэнки, реликвии, перейти, улучшить, раз, и все. А, у меня просто тупо рудименты, да, закончились. Как бы и все, и где мне их высрать? А, не, нигде. А, ладно, у нас 48 тысяч самоцветов. Мы уже почти 20 минут записываем это видео. Давайте, знаете, что сделаем? А, пройдемся по зданиям. Информация, стиль. Тут уже на максимум, да? Вот, смотри-ка, тут можем прокачать. Смотри, сколько силы плюсом. Тут можем прокачать. Ой, как я... Доволен, друзья, просто. Сейчас лям 300 силы сделаю. Я долго сюда не заходил в надежде, что у меня что-нибудь да наберется. Улучшить. Опа, иди сюда. Ну, как бы могло бы быть и побольше. Все, уже по кругу, наверное, идем, да? Да, все прокачано. Окей, допустим, смотри, заходим сюда. Облики. Улучшение. Тут... Ага. Дальше. Тут улучшение. Просто смотри. Ну, здесь, видишь, силы мало прибавляется. Но так как мы сюда не заходили, у нас здесь дело огромнейшее количество. Опа, Динамо, да, прокачали. Так, тут нету. Так, тут тоже прокачали. Ну, по несколько сотен сделаем. А может быть, даже и тысячу. Механоид Альфа, на которого я забил вообще болт. Так, опа, иди сюда. Слушай, ну нормальненько, нормальненько. Тоже, видишь, давно не заходил, все. Есть что поковырять. Так интереснее, чем каждый день, знаешь, проверять там и дрочить. О, что я могу прокачать. Ну, правда, до 1300 силы осталось совсем мало. То есть еще много, 9000. А этой фигней я не добью. Вот если бы там еще здание, скины поувеличивать, тогда было бы хорошо. Че, и все это по скинам? Давай еще скины. Хотя у нас 80 героев, тут можно бесконечно это все листать, оно там копилось. Ну и то, копилось, а толку? Там одного прокачаешь разочек, и все, у тебя заканчивается. Господи, одержимый. Кто-нибудь еще помнит про героя одержимого? О, Анубис на максимум. Сердцеедка. Да, созвездия мы уже сегодня паролить не успеем. Ну, оставим дела уже на следующее видео. Сегодня, я думаю, надо все это дело закончить хорошим, добротным, удачным роллингом. Типа все. Окей, лям 291 тысяча силы. Что у нас здесь? 30-й прорыв. А, ну как бы фанатика прокачаем. Там уже как бы будет неплохо. У нас еще два места. А, да, есть как бы места для новых героев, которых у меня нету. Давай сейчас. Ну, ролим. Я хотел сказать, ролим до первого эпика, и он прям сразу выпал, понимаешь? Может, а сразу следом и второй выпадет эпик? Ну, мне бы хотелось бы. Но опять же, нам самоцветы реально очень нужны. То есть, ну, на роллинг их сливать... Как бы не особо хотелось бы. Вообще бы хорошо самоцветы подержать до этого праздничного тортика. Господи, ну дай вторую повторку. Он не то что повторок эпика не дает. Он даже, грубо говоря, не дает легенд. Вот сейчас что-то начал давать. Ладно, давай до 30 паролем, что уж тут поделаешь. Я верю в свою удачу. Давай, Орфей, приди. Почему другим я с первых попыток выбиваю Орфея? Почему, как я себе ролю, то просто... Просто до свидания. Просто до свидания. Просто та-ра-та-ра-та-та-та.
Жесть. Ну окей. Судьба. Подожди, герой. Перейти. И у меня две повторки, улучшаем. А дальше все. А дальше сасамбо, потому что, грубо говоря, не хватает. Ну что, на этом все. Ребятушки, огромнейшее спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Еще раз вас попрошу о помощи. Пожалуйста, даже если вам не интересно, все равно просто включите, пускай проигрывается видео по GTA 5 RP. Я вот выпустил там обзор новой BMW Z4, открываю там лотерейные билеты, потратил 1 000 000 бабулеса. Буду очень рад и благодарен, если вы посмотрите, поставите лайк, да и здесь тоже лайк ставьте. Сегодня всех жду на стриме, всех целую в засос, всем пока, вот, то ли Россия, Европа, у-ху! Лукашенко.